сейчас споем бразильскую народную песню. Ну, она бразильской стала благодаря Георгию Леонардовичу. Собственно, сочинил ее Алексей Игоревич. Но мне, я тогда был увлечен очень бразильской музыкой, и мне показалось, что вот так как он исполняет припев... А знаете, есть бразильский джаз. Это вот когда там, да, Антонио Карлос Жобим, Жоа Жильберто. Это так вот простые как бы с виду аккорды на гитаре, и они так поют так, гнусавенько. Примерно с такими же аккордами, да. Совершенно не важно. Куда попадает, туда и попадает. Это бразильский джаз. Вот, а песню-то я сочинил про непутевого себя. Как бы вот прожить свою жестянку. И Георгий Анатольевич почему-то показал, что непутево, апа, это такое... И есть, собственно, бразильское народное слово. И он из одного этого слова сделал три припева к этой песне. Вот получилось бразильское. Смотреть в окошко на струящуюся воду и мечтать, как было б славно, если б было все не так. И своей нелепой жизни, сочиняя оправдания, поливать себя презрением, но не очень, а любя, размышлять по ходу дела о проблемах мироздания и жалеть всей программе непутевого себя, непутевого себя, бестолкового папа, не способного включить автостоп. И как опыт показал, не готов папа к вероломству этих женских особ. Но к концу подходит время, отведенное на слезы, и несчастные любови исчезают, словно дым. Просто завтра будет солнце, и уйдут на запад грозы, и я вновь, как конь фанерный, поскочу дых-дым, дых-дым. Так что если есть потребность утопиться, удушиться, этот мелкий серый дождик просто Божья благодать. Ведь в хорошую погоду на такое не решиться, и уж вовсе невозможно полноценно оправдать непутевого себя, бестолкового, не способного включить автостоп. И как опыт показал, не готов папа к вероломству этих женских особ. Непутевого себя, бестолкового, вечно полного бредовых идей. И как опыт показал, не готового к легкомысленности женских людей. К легкомысленности женских людей. Просто было свое время. Нам просто... За вчера. У нас просто...
просто определенный график, нам еще куда-то бежать надо выступать тоже. Мы же подчинены организаторам фестиваля. Мы не знаем, нам сейчас покажут. Который час, скажите откровенно, и вы решите 100 моих проблем. Скажите 7, и я проснусь мгновенно. Скажите 2, и я пойду поем. А какая благодать самому часов не наблюдать. Пусть даже с риском исхудать. Который час, ответьте не скрывая. И если вдруг любви пришла пора, я все надежды тут же посрываю и буду вашим до самого утра. Ах, какая благодать самому часов не наблюдать. Пусть даже с риском опоздать. Который час, скорее мне сообщите, я на защиту встану как один. И, может быть, погибну при защите, ведь час последний неисповедим. Ах, какая благодать самому часов не наблюдать. Пусть даже с риском стою на все готовый. Вы намекните лишь который час. Ах, какая благодать самому часов не наблюдать. Пусть даже с риском это все.
не вяжет. Ихнее в нашем вообще не бубу. Наше грозит, что еще всем покажет. Ихнее видела наше в гробу. Ихнее низко над нашим летает. Наше не дремлет и бьет его в лед. Правда, не очень по нем попадает. Но ты, черт с ним, само упадет, как приятно порой на минутку прилететь. И под чайник, садящий в углу на плите, по грамулечке выпить и вкусным заесть. И смешать это все у себя в животе, а потом пожалеть живота своего. Пилою на части себя не пилить. Слава Богу, на свете есть много того, что на наше ихнее не белых спокойно лежать, сполна раскрытавшись со всеми делами.